рассада лилейника Arctic Snow – травянистое растение с мечевидными листьями и привлекательными цветками. Его относят к крупноцветковым сортам, начинающим свое цветение в первой половине июля. Этот период длится до конца августа. Куст растения очень крепкий и не склонен к разветвлению, поэтому отлично держит форму. Листья темно-зеленого цвета, очень плотные и широкие. Цветоносы располагаются на одном уровне с листьями. Сорт цветет каждый год, очень обильно. Самый первый цветок формируется и появляется в июле, само время цветения завершается только в конце августа. Arctic Snow – прекрасный многолетник для любого сада, которому не нужно зимнее укрытие. При высадке на солнце цветение становится еще более обильным и длится долго. Кроме того, растение нормально переносит пересаживание с места на место даже в период цветения. Лилейник гибридный Arctic Snow – это травянистый высотой 60-70 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка кремово-белый, чистого цвета с зеленым горлом. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 14 см. Весной листва по цвету темно-зеленая. Лилейник гибридный Arctic Snow создал Стамила. Годом создания растения считается 1985. Растение заслуженно завоевало следующие награды: NM89, AM92. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.